Однажды во сне мне, как и Менделееву, пришла любопытная схема о новом, совершенно неизведанном изобретении. И я понял, ради чего стоит провести этот шедевральный вайб. В этом моем приключении происходило слишком много всего. Ко мне постоянно приходили под дом ребята, которые постоянно издавали какие-то непонятные звуки, по типу «пип, пип, пип». Да, все это было, знаете, как в страшных фильмах. Возможно, вы много уже, ребята, повидали, но одно я знаю точно, что такое изобретение вы еще не видели. Подводный лабиринт. Ну и, конечно же, не забывайте про лайки, потому что благодаря ним в моей голове рождаются такие идеи. И чтоб Папачиз был счастлив, пишите комментик и ставьте лайк прямо сейчас, тогда мы порвем тренды. Знаете, мое выживание в этом вайпе началось самым странным образом. Я побежал сразу в поиске приключений, пособирал немного кукурузки, помахал ручкой каким-то добрым путникам и побежал в сторону порта, ведь там было неплохое место. Но по пути туда я увидел большую территорию, на которую пытались запрыгнуть различные бомжи. Там была пристройка, благодаря которой я мог последовать за ними. Hello, my boy. Hey, bro, Юм-Юм, ком-ком. Bro. Я-я-я, Юм-Юм. I'm inside. Я не знаю, что происходило здесь, но выглядело это так, будто бы клан ливнул, и бомжи пытались залутать все, что здесь оставалось. Hello, hello, man, hello. Hello, hello, man, hello. There's nothing here. I checked it. There's a shotgun trap, don't go there. Yeah, I told you. В какой-то момент мне даже показалось, что здесь я обрел хорошего друга. Черман. Ого! В каком-то теле я нашел турельку и берданку. Мне нужно было это спрятать, чтобы не нашли другие бомжары, ведь выбраться с этой территории я не мог. А клановый домик меня все больше и больше интересовал. Я понимал, что здесь я могу что-нибудь найти и что-нибудь ёнькнуть. О, хорош. Минус еще один. Я был прав. В этом доме стояли отключенные турельки, которые можно было разбить, и в них было оружие. Питон! И только я начал заниматься грязными делишками, как вдруг меня убил тот телек. Чтобы отбиваться от других бомжей на территории, мне точно нужно было копье. Запрыгнув туда, я нашел лазейку, по которой можно было пробраться на самый верх этой огромной базы. А, быстрее, не падай. Но я был не единственным хитрецом. Туда уже смог забраться какой-то челик, который залутал там топ-сет. И отдавать его он явно не собирался. Блин, тут тип залутанный бегает. Зачем ты убиваешь, мужик? Оказалось, что это был тот парень, которого я изначально посчитал дружелюбным. Он смог найти в этом доме что-то ценное, но я сдаваться не собирался. Там были турели, которые я мог разбить. Пока на речке развлекались бомжики, у меня были серьезные планы. По-любому надо турели разбивать. Лазил я, значит, по крыше этого дома и услышал выстрел Томпсона. И именно с Томпсона меня убил тот челик. А еще в этот же момент я увидел, как он настраивает кибитку на этой территории. Хорошо, подумал про себя я. Я вычислил, где он построился. Мне оставалось всего лишь найти какое-нибудь оружие. И в этот момент я был уверен, что ресурсов вытащил он отсюда очень много. Потому что он единственный бегал здесь с оружием. Найдя на этой территории дерево, я сразу приступил его рубить. Мне нужны были копья. И действовать мне нужно было максимально быстро. Потому что кризис 90 мог вернуться в любой момент. Сюда. Спасибо. Короче, надо турель подобрать и спрятать куда-то, чтобы ни одна бомжара не нашла ее. О, смустэш. За забором мне чудом удалось найти место, где не бил шкаф, и там я смог спрятать самое ценное.
И сразу после я побежал к деревянному домику, который отстраивал тот челик. Там я увидел пристройку, и в этот момент подумал, надо ее разбить, чтобы тот парень не мог отсюда вытащить все ресурсы. Так, пока с этой территории выбраться не сможет никто. Оф! К сожалению, он меня закрыл, и выбраться отсюда я так просто не мог. Мне нужно было выдалбливать стенку. Я байтил его всеми доступными методами. Но когда он открыл дверь, я был реально удивлен. У него был калаш. Мне срочно нужно было сюда вернуться. Офигеть, на этом сервере просто нет еды. Надо быстрее на эту территорию. Наконец-то у меня появилась ткань, и я поставил здесь спальник. В питоне у меня был спрятан еще один small stash, то есть наоборот, и я мог снова попытать удачу и дать отпор челику с ником Кризакс. Но этого Кризакса не любили даже кабаны, которые бегали просто рядом. Он снова отстроил пристройку, через которую он выпрыгивал на улицу. Я снова ее разбил, но уже окончательно. Я понимал, что в скором времени он сюда вернется, чтобы перетащить остатки ресурсов. Но с какой стороны он придет, я еще не знал. Он Монтираде здесь. Я разбивал все спальники, которые находились на этой территории, ведь постоянно Кризак спавнился именно на них. И ждал, когда же он попытается сюда запрыгнуть. Сейчас тебе все спальники здесь разобью. Хилок на территории не было, поэтому пришлось пожарить мяско местного кабанчика. Кабан, если ты смотришь это видео, хочу сказать тебе спасибо, ты меня очень выручил. А также здесь внутри забора было абсолютно все. Спавнилось и сера, и камушки, и металл, иногда кабанчики. И в этот момент я понял, что же я могу сделать. Пока Кризакс затих, я занимался самыми важными делами. Разбивал турельки. Юньк? Блин, питон без патронов. Такая надежда была большая на этот питон. Ну ладно. И вот, наконец-то, он снова начал двигаться. Hello? Он явно был не в восторге от такого соседа, как я. Но тем временем у меня уже был план, как вытащить все ресурсы с его домика. Конечно, после того, как я его убил, он прибежал со своего основного домика. Ему настолько не нравились звуки, которые я издаю, что он просто килялся. После того, как я поставил его на КД, у меня появилось время, чтобы реализовать мои идеи. Если вкратце, то мне нужно было пофармить немного серы, металла и наплавить ее в больших печках. Хорошо, что здесь спавнилось абсолютно все, даже дерево. Ну и наконец, я скрафтил себе чирку. Действовать мне нужно было максимально быстро, ведь мне нужно было успеть как минимум раздолбить деревянную дверь. Чё ты лазишь под забором? Я выйду, я тебе лицо бью. Выйди сюда! Залазь на мою территорию, слышь ты. Так давай нам двери открывай. Ох, блядь. Нифига, нифига себе. Так, у меня есть немного чая на фарм. И тут, по идее, где-то должно быть дерево. А еще меня заинтересовал этот прекрасный скинчик. И пошарившись в интернете, я наткнулся на такой прекрасный сайт. Это GG Rust, проект, имеющий статус одного из лучших и честных в своем сегменте. Ну а это халява, которую ты можешь получить прямо сейчас. Крути барабан, прописывай мой промокод и получай приз. И конечно же, заходи во вкладку бонусов и участвуй в розыгрыше бесплатных скинов. Ну а также вводи мой промокод, который даст тебе плюс 11% к пополнению. А после того, как ты закинул монетки, я расскажу вам, куда все это можно потратить.
Открываем любой бокс на ваш вкус, достаем оттуда любой скин, который после закинем в апгрейд и сделаем из него скин еще вкуснее. А наличие Probably Fair на сайте предотвращает какие-либо манипуляции с вашими играми. Ну и самое главное, что ссылки на GG Rust в описании под роликом с моим промокодом. Ну а теперь вернемся к моей истории. Взяв с собой молотов, я побежал выжигать ему шкаф. Стоял я, значит, добивал последнюю стенку, как вдруг вернулся прежний владелец этого домика, Кризакс. Sheesh! А where is your base? Ха-ха-ха! No, it's not nothing. It's big stuff. Very big stuff. Easy. И вот вы можете подумать, а что ценного я забрал с этого домика? А я вам расскажу. Здесь были самые топовые клоны всех растений. И очень много ягод, которые я мог потратить, скрафтив отличный чай. Я из Германии прибыл, рецепт целебный приносил. Чтобы построить здесь хотя бы туалет, ресурсов у меня не было, поэтому пришлось все ныкать в Small Stash. Все, у тебя больше нету оружия, да, браток? И чтобы пофармить дерево и отстроить здесь территорию, мне пришлось отсюда выпрыгнуть. И в это же время я пытался понять, откуда приходит этот Кризакс. Тут три варианта. Этот дом... Вон тот дом. Не, даже четыре варианта. Тот и этот. Какой из них будет, неизвестно. Но мне нужен дом, срочно. И вот, когда дерева уже было достаточно, чтобы отстроить первоначальную кибитку, я снова запрыгнул на эту территорию. Ведь именно здесь я собирался отстраиваться. Так как этот дом находился практически на бомжеспавне, скучно мне тут точно не было. Ко мне постоянно пытались запрыгнуть какие-то бомжи. Отстроить здесь большой домик я не мог, поэтому я пытался его сделать максимально вместительным. Со стороны он выглядел как просто типичный шкаф клановых игроков. А также я добавил немного защиты и поставил еще одну дверку. Домик был уже готов, оставались последние штрихи. А именно, мне нужно было пособирать все ресурсы, которые я спрятал на этой территории. Так, сюда. Уф, сколько ягод. Плохо, что печки не могу ёнкнуть. Вы просто посмотрите, сколько у меня было ягод. В этот момент я смог себя почувствовать ягодным бароном. Так, в принципе, меня все устраивает. Надо ночь переждать. После того, как ночь закончилась, я смастерил себе выход за территорию. Чтоб у тебя, блядь, патроны закончились, и уже себя постреляет, поёт. А чё так агрессивно-то сразу? Ох, нифига себе тут. А чё вы тут все делали? Я не знаю, что тут происходило, но этот забор действовал как ловушка. Понимая, что Кризакс где-то недалеко, и что он явно хочет вернуть свои ресурсики и ягоды, я принялся фармить камушек, чтобы обустроить свой дом. Вход в дом у меня был не совсем удобен, зато практичен. Он отгонял много дуркемперов от моих дверей, потому что там нужно было прыгать и терять хп. Ой, ты ко мне, да? И ты тоже. Хорош. Они мой ящик разбили. Ты куда собрался? Ну ты что, дружище, делаешь? Ну подними позже. Подними, будь человеком. Если сможешь хотя бы посмотреть, что здесь находится. Пойдем, покажу экскурсию. А, это твой дом? Ну, теперь да. Спустя некоторое время я перестал убивать бомжиков, которые просто пытались посмотреть, что находится на этой территории. И давал им шанс что-нибудь найти и засейвить. Ладно, что найдете, то можете забрать.
Потихоньку, помаленьку мой домик улучшался и превращался в каменную крепость. И я мог спокойно вздохнуть без страха, что меня кто-то зарейдит, пока я буду где-нибудь фармить. Из главного мне оставалось всего лишь наплавить металл. Хорошо, что на территории были большие печки, которые ускорили процесс. Кто это сюда лезет, я не понял. Капец, он онлайки просто. Чё, металл мой хотел украсть? Ну а позже я и вовсе стал свидетелем того, как один бомж пытался убить другого. Мне ничего не оставалось, кроме как решить этот конфликт. Thank you, man. Hey, look, I'm joining a Zerg, you know, like 12 people. Do you have any tips? I'm having a heart attack. На этом сервере происходило что-то поистине странное. Я постоянно встречал каких-то различных доброжелательных челиков, которые были готовы на меня пофармить. Hey, you need to farm wood for me or I kill you. Hey, my slave. Okay, I farm, but where's your base? Take it. You need to farm 2k wood. Oh. You're my slave right now. No. Let's farm wood. You need farm wood. I give you 20 seconds. Okay. Jesus Christ, I'm farming wood for you. Good job, my slave. You're a very beautiful slave in the world. Who is you? Kill him! Yeah, kill him, my slave! Kill this fucking bitch! Roar! Here's the wood, here's the pumpkins. Okay, you can save your... You can save stone hatchet, my friend. А когда на сервере наступала ночь, я варил вкусный сочный чай. А потом на мою территорию занесло какого-то неопытного бомжика. И я решил предоставить ему небольшую защиту и просто добавить его в команду. Стройся возле меня, я тебя прикрою, помогу, чем смогу. Я сам недавно зашел. Ну, ты уже крутой, у тебя есть оружие. Да я вот на этой же территории его и нашел. А еще мне нужен был скраб, чтобы поставить первый верстак и изучить гарпун. Потому что в будущем я хотел строить что-то на воде. Помпик сюда. Два помпика сюда. И только я спокойно пытался переработать ресурсики в порту, как на меня выбежала целая орда бомжей. Недолго думая, я решил притвориться своим, чтобы они меня не убивали. Стойте, чуваки. Это я. Все, не трогаем его. Стой. Я убил типа наверху. Буститесь на самый верх. Давайте все толпой к стеночке наверх буститесь. Наверх буститесь, там перерап, у тебя перерап, тогда никто не трогайте. Конечно же, у некоторых ребят появились сомнения, что я не свой. Я не знаю, кто это. Но когда начался замес, всем было без разницы, кто я такой. Поэтому мы сражались бок о бок. Гаси его. Убил одного. Убил второго. Кто убил? Меня убили. Помогите. Помоги мне, пожалуйста. Помогаю, поднимаю. Некоторые клановые игроки были просто в шоке от того, с какой агрессией я их пушил в соло. Нифига себе, я тут типов развалил жестко. Надо домой быстрее идти.
Тем временем, пока я занимался своими делами, мои соседи обсуждали дом, который стоял на моей территории, и я смог послушать этот разговор. А железа не гнет? Ну, я могу его бакнуть, если... Железа нет. Порка. У меня не изучена сочелька, но у меня строчка порка есть. Они хотят бахнуть мой дом. 4500 есть. Порка. В моем доме ничего не помещалось, и тогда мне пришлось сделать небольшую перестановку. И поверьте мне, через время он стал действительно компактным. Идеальный дом просто соло игрока. Кризакс нашел мой дом. Это означало только одно, что мне нужно строить что-то новое. Скорее всего, он пришел бы меня рейдить. И стоило мне только приметить одно хорошее местечко неподалеку от меня, как вдруг его начал кто-то застраивать. Конечно же, я решил разобраться с этим негодяем. Слушай, я как раз хотел дом на воде. То, что надо. За это место началось жесткое сражение, меня даже зарубили тесаком. Да, туда его. Но мне нужно было во что бы то ни стало завоевывать эту территорию. Руби его, руби! Руби его, руби! Руф Кемпер мне не давал полутаться. И тогда я нашел решение этой проблемы. Я просто решил поставить фундамент, чтобы он меня защищал как стенка. Убегаем. Фух. Надо кодовые замки поставить, чтобы ты тоже мог, если что, использовать двери. Очевидно, соседи нас не взлюбили с первого взгляда. Да, друг, ну ты вообще знаешь, вот ты, блядь, такой, конечно, это, молодец. Вначале убивают, а потом, ой, зачем ты, друг, это сделал? Я написал тебе пароль в чате, слышишь? Ты можешь его вводить. Ну, если тебе надо будет, ты можешь забегать сюда. Короче говоря, этому пареньку я дал доступ к своему домику, чтобы он мог спокойно сейвить свои ресурсы. Потому что отстроить свой домик на таком хардкорном сервере он не мог. Все, ты можешь пользоваться. Конечно же, меня заинтересовал домик, откуда стрелял берданчик. И там меня ждал приятный сюрприз. Тут все качал! Ой, сочелька. Судя по тому, что у одного из них был калаш, а у другого сочелька, ребята явно собирались рейдить. И я думаю, вы уже догадались, кого, не правда ли? И когда настала ночь, я увидел это. У меня куда-то исчез потолок. Там дом мой рейдит. Блин, я своего убил. Извини, я тебя убил. Я не знал. Двери. Когда вы открываете дверь, видите такое, дар речи просто пропадает. Чё им от нас надо, слышишь? Первый рейд был полностью отбит, домик мы успешно застроили. Офигеть просто. Я не успел построиться, мой дом уже кто-то рейдить пришел. Yes, loot my furnaces, yes.
Мои печки постоянно пытались грабить, но все, что у них получалось забрать, ну вы в принципе слышали. И знаете, когда я отстраивал свой домик, я и не представлял, что он выглядит таким странным образом. Наконец-то я добрался до рыбацкой деревни, где купил ласты и был готов отправляться в подводную лабораторию. Куда этот тип делся? Надеюсь, я его убил. Я его убил. О, реально гений. Плавал я, значит, занимался своими делами, как вдруг услышал взрывы в стороне моего дома. И это было очевидно, что рейдили меня. По ощущениям, то меня рейдят. Опять. А это меня рейдили. Ты убил их? Это я. Я пушку не могу найти, Они вообще так много по мне это рейдили. Я не знаю, как так получилось, но нам удалось засейвить домик второй раз. Это они все это время нас рейдили? Эй, гаулайпа. Да. Сумасшедшие. Подошли какие-то бомбы. Ребята какие-то голики подошли и говорят, подлетатели молодежи, типа, они помогали. Стой, не выходи, не выходи, не выходи. Опа! После рейда нашего домика у нас остались молотовы, которые мы решили потратить на деревянные домики в поисках Кризакса. Но все поиски были безуспешны, его мы так и не нашли. А после, понимая, что этот рейд был не последний, я решил пофармить камушка и загрейдить нашу кибитку. Все, теперь они нас не зарейдят. На берегу я приметил каменный домик с деревянными дверьми и подумал, что было бы неплохо потратить молотовы именно сюда. Ой, второй верстак здесь. Сюда. Что? Вы, наверное, не представляете, насколько же сильным был этот окуп. Одна чашечка этого прекрасного чая дает плюс 30% к фарму руды. Это были действительно серные залежи. Этот чай я мог продать за колоссальный ценник. Короче, я был в восторге. Тем более, отсюда я забрал второй верстак. Я тупо король фармеров. Если я поставлю магазины с этим чаем, я стану сразу самым богатым человеком на земле. Наконец-то я добрался до воды. Меня очень сильно заинтересовало место за маяком, ведь именно там, как мне показалось, было идеальное место, чтобы там построить домик. Please, man, don't kill me, please. И уже там я увидел подводного обывателя, который явно плыл в свой домик. Жалко этих добряков. Офигеть, это дом в онлайне. Вот это поворот. Вот это реально поворот, жесть. Как вы знаете, у меня были большие проблемы со скрапом. И спасти эту ситуацию могла только подводная лаборатория. Все тщательно осмотрев, я понял, что в ней никого нет. Это было мое время плотненько полутаться. Я полностью забил свои карманы и отправился домой. Дома я встал в АФК на пару часиков, немного отдохнуть от игры. И когда зашел, я увидел то, что меня зарубил кто-то с мачете. Кислый. Кто ты такой, кислый? Блин, вот неприятно, я слабо туда пришел. Ёлки-палки. Он меня недавно рейдил.
Этот дом был проклят, его рейдили 3 раза, и восстанавливать его я не собирался. Ну ладно. Вот это я отошел АФКшну чисто немножко. Соседи классные у меня, любимые соседи. Обожаю их. Я не понимаю до сих пор логику некоторых бомжей. Вначале они перепрыгивали через колючий забор, чтобы потом попроситься выйти на улицу. А, у меня игра зависла, да чё за говно? Бро, you need go outside? Yeah, bro. What? You need go outside? Он сам говорил, что хочет наружу попасть, а тут выход только один на спальник. Окей, окей. Let's go, let's go. Это опять тот же Сэм с червячком. Блин, капец, он неудачник. Дважды прыгнул, дважды умер. Жесть. Ждем еще одного Сэма, короче, он по-любому вернется. Ох, как же сильно я был прав насчет Сэма. Ау! Сэм! Это Сэм пришел! Знал бы Сэм, что он попал не на свою территорию. Ведь ее охранял охранник по имени Папа Чиз. Где этот Сэм? Чё? Я не могу запрыгнуть туда. Я до сих пор не знаю почему, но некоторые двери здесь были открыты. И в этот момент я понял, почему Сэм сюда так рвется. Все пазлы сложились. А! Нет, там нереально пробежать. Сэм вовсю открывал двери и, скорее всего, менял пароли. Мне нужно было действовать максимально быстро. Тут же я нашел тайную лазейку, по которой я мог попасть в центр дома и разбить этот гантрап, который мне мешал пройти. Опа. Да где, блин, опять эта дырка? Bro, please, can I have some weapons? Please, please. Bro, please, I swear. I would suck your cock, you have 10,000 weapons. Ты кто нафиг? Он все де... Он все де спавнил! Bro, please, we can play together. Это Сэм! Сэм, ты че, дурак, что ли? Сэмулик. Блин, будет фигово, если он закроет гаражки. О-о-о-о! Сюда. Блин, ему хату отдали. Мне надо шкаф разбивать, а я не смогу. Не, габала. Я не смогу застроить тут ничего. Изи шкаф. Изи. Я все закрыл то, что можно было. И это моя гаражка. Тут все гаражки мои. Кроме этой. Имба. А вот и Сэм. Когда Сэм понял, что один он не справляется, он позвал своих друзей. Я не знал, что делать, ведь застроить этот дом я не мог. Мне нужно было разбивать шкаф. Ну а чтобы застопорить своих противников, я немного застроил потолочки. Вау! Как оказалось, мультишкафы уже больше сюда не доставали. И домик этот я полностью смог застроить. Ха! Все, это мой дом. Новый. Я до сих пор не понимаю, что произошло в этом доме и почему были замки открыты, но такой расклад событий меня вполне устраивал. Я понимал, что в моем огромном доме один на один все эти ящики не поместятся. Мне срочно нужно было отстраивать что-то побольше. И поэтому, выпив чашечку горячего чая, я отправился на фарм.
Кто тут постоянно фармит возле меня? Привет. Я не хочу тебя убивать, но, чувак, ты меня вынуждаешь это сделать. Все, не надо. Пойдем. У меня для вас есть сюрприз. Я просто, ну, мне столько лута не нужно. Ты не убьешь меня? Нет, не убью. Я только дом хочу строить. Сказать честно, в том доме оставалось очень много для меня ненужного лута. Но он бы явно пригодился новичкам, которые только зашли на этот сервер. Только аккуратно, не умрите. Туда не прыгай, там колючка. Вот так лучше, через нее прыгни. Заходи, заходи. Стой. Нет, твой дом? Пустой. Нет, это кто-то, короче, гнилуху открыл. Вот, забирайте, тут оружие есть. Уже в этом трупе. Вот, смотри, оружие тут есть. Берите все, что нужно, все, что хотите, берите. Тут инструменты есть. Я, возможно, уголь заберу просто. Вот. Уголь мне еще понадобится, по-любому. Остальное не знаю. Берите, что хотите. Только вам надо строиться подальше. Короче, пока лутайте все, что вам нужно, я приду, вас открою скоро. Я пойду дом дострою свой. Ага. Так началась история о двух хатика, которые ждали полчаса, пока же я дострою свой домик. Бам. Ты засейви все, стой. Ты вначале скинь обратно туда, построй дом, а потом вернись. Да, все понял. Спасибо большое. Спасибо. Да не за что, то. Ты лучший. Я тебя люблю просто. Давай. А ты хорошо строишь дома? Ну, не очень. Но вообще да, могу. Что-то построить. А ты бы не мог мне построить дом, если тебе не сложно. Хоть я и хотел уже идти спать, потому что играл очень много времени, но отказать ему в помощи я не мог. Для меня в этот день это было последнее задание. Ну, у тебя домик готов, тебе останется только в камень. Тебе даже дерево сейчас не нужно. Тебе вот на, ледоруб. Надо будет побегать, потом камень, пофармить, да? Камень. Ну все, ставь на двери, улучшайся. Если что, завтра увидимся. Все, хорошо. Ну все, удачи тебе, до завтра. Все, спасибо тебе большое. Как хоть тебя зовут-то? Да, меня Василий зовут. Ага. Вася, Василий. Понял. А то акцент у тебя такой необычный. Следующий день меня встретил с приятных новостей. Во-первых, мой дом был не заряжен. А во-вторых, у меня появились соседи, которые стреляли по мне с крыши. Понял. Уходите прочь, негодяи! После того, как я показал, кто здесь на самом деле хозяин, на крышу они больше не выходили. И у меня появилось время немного подлутать скрапа. А еще, когда я проплывал возле маяка, я увидел то, что один домик на воде был зарейжен. А как так вышло? Вчера этот дом только стоял целый. Его бахнули за ночь? А на маяке сидели какие-то челики, которые явно перерабатывали компонентики. Hands up! Скидывай весь свой скрап, иначе мне придется тебя уничтожить. I never played server, man. Я иду к тебе, сладенький. Брат, не надо, я только зашел. Зачем ты меня убил? Хорош. Ха-ха-ха, вот это была жесткая битва.
Фух, не зря дрался. Вчера, когда я здесь плавал, я не подал значению, какое же это место было имбовое. Вы посмотрите, оно находится далеко в воде, а глубина здесь очень маленькая. То есть, мне не надо было отстраивать 10-этажку, чтобы спокойно в ней жить. Я хочу здесь дом построить. Все остальное время на протяжении получаса я фармил камушек и дерево, чтобы приехать сюда и отстроить свой домик на воде. Там тип какой-то вышел. С переработчиком. Вкусняха-то какая. Уплывала. Куда это вы, мои вкусняхи, плывете, скажите мне? Долго искать место для строительства я не стал. Я решил построиться между двух больших домов. Идеально вообще построил. Фундаменты я сразу тоже решил укрепить, чтобы умники даже не пытались продолбить мой домик копьями. После того, как я отстроил домик, первым же делом я отправился в подводные лаборатории в поисках скрапа. Но там меня вначале встретила акула. Офигенно. А потом какие-то два челика. Хорошо то, что они явно отсюда уходить не собирались, и у меня был домик на воде. Вернуться я смог буквально через пару минут. Там каравелла ганджа пела, дари-дари-дей. Я погибал на пляже в окружении друзей. Я принял решение постоять наверху и дождаться, когда же они будут уходить, чтобы совершить план-перехват. Сюда нафиг! Жесть нафиг! Двоих размансил! Так, я сюда сейчас вернусь. Вот и вернулся мой томик с топ-сетом. Заруба жесткая вообще была, мне понравилось. Дом милый дом, как говорится. На маяке я услышал плотную зарубу, и кто-то стрелял с калаша. И тогда я решил туда сплавать и посмотреть, что же там происходит. Красиво. Ого! Ого! Это их дом, я понял. Да, скажем так, отношения с нашими соседями сразу не задалось. Поэтому, чтобы меня никто не дуркентил под водой, мне пришлось подключить турельку. Офигенно у меня соседи. Why you do this, man? Сказать, что я в говне, ничего не сказать. Я понимал, что мой дом вот-вот скоро продырявят, потому что они могли стрелять с ракет по моему дому прям со своего. Поэтому тратил все свои ресурсики в улучшение моего домика. После того, как все подутихло, я отправился до моего основного дома, чтобы взять оттуда немного ресурсов для улучшения домика на воде. Как вдруг, один человек из моей команды написал, что кто-то меня рейдит. Меня рейдят. А после я и вовсе услышал взрывы. Сишками рейдят.
Мой дом уже бахнули. Они застраивают его. Ой! Не знаю, наверное, заряжено. Я знаю, что я сейчас сделаю, подожди. Убил нафиг его на крыше. Тут надо застроить. Это просто жесть. В этот момент я подумал, что Дон Кихот — это мой сосед. Но вы не представляете, как же сильно я ошибался. Это меня мои соседи рейдили, представляешь? Да, который железный дом. Я, значит, пошел домой за патронами. Они в этот момент рейдили мой дом. Представляешь? А мне стоило только домой вернуться, как все. Они на спальниках. Вот так вот. Видишь, мораль всей басни такова, не стоит меня рейдить. Не стоит рейдить этого льва, понял? Жесть просто, что происходит возле моего дома? 13-й с буром едет. Мне твой бур пригодится, брат. Что ты тут ищешь со своим факелом, а? Ты моего друга полутать решил, да? Блядь, чизи, иди нахуй, а, блядь. После небольшого поражения Дон Кихот залез на маяк и начал оттуда стрелять по мне с болта. Я вначале попытался его оттуда выкурить, но у меня немножко не получилось. И потом снова не получилось. И когда он пошел меня лутать, он попытался угнать мою полуживую субмарину. И тогда сработал план капкан. Сюда! Я надеюсь, это Дон Кихот. Ах, чувак, какой же ты невезучий сегодня. Таким образом, ящики в доме на воде у меня забились окончательно. Наконец-то я отправился в мейн-доме, где планировал скрафтить побольше турелей, чтобы защитить свою крепость на воде. Но услышал взрывы. Подожди, это меня что ли опять рейдят? У меня просто не было времени, чтобы мешкать. Мне срочно нужно было появиться в домике на воде. Судя по звукам, ребята рейдили со второго этажа. И были они уже очень близко к моему луту. Открывать гаражки было очень опасно, потому что они могли находиться уже за этой дверью. Я дождался, когда они кинут еще одну сишку, чтобы услышать, в каком месте они примерно находятся. И только тогда продвигался маленькими шагами. Я был заперт, деваться мне уже было некуда. В этот момент я мог рассчитывать только на себя и на максимальную удачу. Такой, брат. Они меня рейдили, я их опять нафиг убил. Что за крипы?
Ракетами нафиг! Ракета сюда, Дим Димыч! Хорошо, что я понял, что это меня рейдят. Иначе это ГГ вообще было бы. Это просто зажим, зажим веры был. Сюда. Мои соседи точно меня не любят, я не знаю, что с ними делать. Как оказалось после, моими соседями были Нолик и Дим Димыч. А кто такой был Дон Кихот, я до сих пор не знал. Но поверьте мне, скоро все карты откроются. Пока я очередной раз плавал за партией лута до своего основного домика, Дон Кихот дипнул моих соседей, которые пытались меня зарейдить. Что вы там делаете? Вы что, лут диспавните? Они ящики разбивают. А, им пароли поменяли, что ли? Да, дружище, привет. Как делишки? Не надо, друг, пожалуйста, не надо. Мы, если что, просто приплыли, как бы. Все это время я думал, Дон Кихот мой сосед. И тут все пазлы сложились. Дон Кихот был таким же путником, как я, который просто искал приключения. И я открою вам секрет. Это был Михаэль. Честно говоря, я был приятно удивлен такой встрече. Иди сюда, я тут три лестницы поставил. А то сюда сюда. Принципиально не хочет. Короче, суть в том, что мы тебя не хотели рейдить. Потом мы видим каменный дом, и я такой думал, у нас две сишки, почему мне не зарейдить каменный дом? Мы хотели здесь поселиться изначально. Потому что тут маяк, посмотри, тут Fishing Village, лаба. Видишь, у дураков мысли сходятся как бы насчет местоположения, где построиться. Да, да, да. Так, Михаэль со своим напарником помогли мне избавиться от агрессивных соседей. Но дальше это знакомство принесет огромные плоды. В нашем океане были еще одни противники. Там устроим. Три хита ему дал. Не знаю, убил или нет. А что, тут много вообще лесов было? Ну там пиздец. Ну, если хочешь, я тебе, ну, типа, заеду. Нет, там, пошли просто пока, эти, да. Просто я, ну, тут я уже забыл. Хотя бы, типа, очень сильно высить. Это свой? Стой, это не свой с двушкой. Ой, чувак, нам пиздец. Нет, не свой, нам пиздец. Брат, ты не против? Я просто впервые тебя залезу. На, возьми дерево и план постройки, не знаю, ты не запрыгнешь. После Михаэль мне провел небольшую экскурсию по домику моих соседей. Да, и вы просто взгляните, каким же крепким этот домик был изнутри. Какой крепкий. У них тут вообще все было вокруг, у них там несколько строчек это. Михаэлю удалось сорвать огромный куш. Ресурсов здесь было более чем достаточно. После чего активизировались наши новые соседи и начали частенько нападать на меня с гарпунами. Как оказалось после, в этой кибитке жили ребята с клана 90-х. Я немного отлучился по своим делам. И в то время, как я отходил, как обычно, начинается какая-нибудь жесть. Я... Чувак, так это... Изи, это изи мне законтролить, я сейчас беру элку. А, ты готов, если что? Ну, пацаны, я считаю, что вам нельзя улетать. Дал хит тоже. Да, я пошел. Дал хит. Чувак, еще слева, слева, слева. Слева? Не, мне, их убили. Мне наконтрить? Даже, я не знаю, у них там замес какой-то идет. В воде, короче, чувак какой-то сидит. Бил. Йо, коровья жопа. Ой, подожди, это по нам тоже дали. Они лутают себя. Им корову взрывают, им корову взрывают. На. Ну это конечно для них. Они хотели рейдить, я прям уверен, что они хотели. Слушай, мы на самом деле можем типа ворваться к ним. Ну а когда наконец-то вернулся я, от этих замесов не осталось и следа. Но я все же смог поймать челика, который налутал очень много топ-сетов.
тип с ракетницей сюда. Ты обнимай меня крепко, как никого и никогда не обнимай. Давай споем с тобой про лето. В нем нет тебя, нет меня, не обвиняй. Я не знаю, что нужно было соседям от меня, но они частенько ко мне наведывались с гарпунами. И справиться в соло против двоих в воде это практически нереально. Но все же, иногда мне это сделать удавалось. Что им надо от моего дома? Вообще непонятно. Он с болтом на крыше, слышишь? И когда они поняли, что в воде они не вывозят, они сели на крышу с болтовкой. Но они не знали, что у меня тоже есть болтовочка. Минус на крыше. Давай, 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 есть лесенка. Я его убил на крыше. Может туда плыть. У меня наксы. Убил. Еще убил. У нас был хороший план. Я их убивал, а мои друзья лутали. Че, тебе надо что-нибудь с них? Да не, себе оставь. Нам это тоже не надо, да. Сзади лодка, чувак, сзади лодка. 190 лодка. Два типа. Голову дал. Я понимал, что упускать такую добычу просто нельзя, а возле меня была лодка, которую я мог угнать. И я отправился в погоню за ними. Как оказалось, после эти ребята поехали на карго. И я понимал, что скорее всего они будут пытаться штурмовать. У меня было время попытаться заехать с левого борта, пока они отвлекали правый. Мой план сработал успешно. Я забрался на борт корабля. Оставалось самое сложное – выжить и найти всех противников. Жестко. Я осмотрел полностью командирскую палубу и здесь никого не обнаружил. Но увидел, что один ящик находится прямо передо мной, который можно было спокойно закрысить. Штурмовать их было просто глупо, потому что я не знал количество противников. Тем более, у одного из них точно был калаш. Когда я надел на себя топ-сет и взял калаш в руки, я почувствовал в себе максимальную уверенность и просто пошел пушить вниз. Пробежав полностью корабль, никого я здесь так и не обнаружил. Скорее всего, его друг просто уплыл. Зато я смог спокойно полутать все ящички. Два калаша, сишка. Сюда. После я сел в лодку и отправился в сторону дома. И казалось бы, самое сложное уже позади, но по пути меня пытались перехватить какие-то сумасшедшие летчики. Что это нафиг? Сюда нафиг! Маньяки какие-то летели на коптере на зеленках с помпом нафиг. Добравшись до дома, Михаил мне рассказал, что кто-то занял маяк. И находились они уже там очень долго. Нам нужно было с этим что-то делать. Я правда с компонентами, но пофиг. По-любому перерабатывается демон.
Вот тут тормози. Один минус. Блин, я... Их тут трое. Спрыгнул один. Убил. Сзади тебя упал. Мутаю. О, чувак! Смотри нафиг! Лутай, 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 лутай! Три хита ему дал. Пуш, 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 пуш. Он наверх поднялся. По лестнице. 13-й все-таки его запушил. И мы переработали все их компонентики. Потому что мы собирались изучить взрывчатку, чтобы зарейдить наших соседей. Да, жизнь возле маяка просто топ. Лодка. Голову дал. Голову дал одному. Можно запушить их нафиг. А потом в воде мы словили еще каких-то двух пулеметчиков. Поток людей возле нашего маяка был просто нескончаем. Это этот чел, который меня убил, слышишь? Собирай топ-сеты с ним. Остальное же время мы плотно воевали с нашими соседями, которые все время сидели на крыше. Один в воде. Дал хит. Сможешь добить его на лодке? Хорош. Дал хит ему. Убил нафиг. Он умер. Судя по всему, у ребят кончались ресурсы, и они собирались идти фармить, но мы их смогли перехватить. В какой-то момент мы с ребятами решили сбить вертолет, который пролетал как раз возле нас. Попал. Минус дверь у меня. Я умер! Я жив. Сбил. И знаете, сбить вертолет было несложно, а вот найти все ящики, это уже был другой вопрос. Ну а сейчас хотел бы с вами поделиться небольшим лайфхаком. Если кто-то из вас когда-то собьет вертолет в воде, и вы не сможете найти ящики, то я вам расскажу простой метод, как его все-таки обнаружить. Вам нужно всего лишь отплыть на то расстояние, на котором не пролесовывается трава. Вижу ящик. Вот. Вот он, смотри. О, вот ради этого мы его искали. Топ. Наконец-то у нас появилось достаточно скрапа, чтобы изучить взрывчатку. И все остальное время я очень долго плавил серу. О, ракета сюда. А еще любителям пофармить на коптере на заметку. Оказывается, коптер можно спрятать в шар, и таким образом его никто не найдет. У ребят было немного МЛРС ракет. И эти подарочки мы решили отправить нашим соседям. Как бы так описать? Половина РСЗОшек сбила ПВОшка, которая стояла. Не знаю, сколько серьезно? Конкретно. Сейчас, слышишь, они спать ушли. Сейчас они прилетят. Сейчас прилетят ракетки, они проснутся по-любому. Ты ракет не брал с собой? О! О, чувак идеально попал. В МВК все же бахнулось. Да, каким-то образом, каким-то чудом вообще бахнулось. Но нам оно не нужно, по идее. Нет, как раз шкаф здесь находится. Сейчас там задиспавнено все будет с запиской. Или типа такого дерьма. Вообще, я думаю, стой, надо забустить. Да. Так. И стой, я бахну. Не подходите. Там гаражка. Миха на ракету. 12 хп, давай достреляем. Давайте. У меня на тебе разрыв. А разрыв есть? Давай. Да, 22. Нормас. О, сюда, вот сюда бахаем и все. Изи. Да, да, да. Ой, блин, нормально. Просто... Да, у нас все. Офигенно нравится. Да-да-да-да, блин.
Дыроволосы, они спят. Такая просчитанная тема на самом деле. Записали? О, нормас. Чудо, сделал бы финальным рейдингом, так знаешь. Это так мемно от моего лица смотрелось. Я просто разворачиваюсь на тебя, и там просто ракета в меня летит прям в лоб. Ловите. Инквизиторы пришли, слышишь? Блин, я хотел, чтобы они в онлайне были. Прикинь, как бы они ресы таскали. Сладенько. Я бы еще представил, если бы они такие, блядь, в онлайне были, ломается потолок, там сверху тело падает. Мы действительно хотели их зарейдить в онлайне, но они уже сладко спали. У меня уже накопилось очень много ресурсов, которые можно было потратить в улучшение моей крепости. Потому что я знал клан 90-х, они были мстительны. В какой-то момент я даже наконец-то себе провел электричество. А еще у меня абсолютно кончился металл. Но хорошо, что у меня были большие печки на моей территории. И вы просто посмотрите, как же ночью это красиво выглядит. Освещение просто бомба. Чтобы отстроить подводный лабиринт, дерева мне нужно было очень много. И тут мне как раз таки пригодился мой чаек. Ну и конечно же, не забываем про Кризакса и его друга. В какой-то момент мои ребята нашли, где они живут, и сказали мне их координаты. Конечно же, у меня уже были изучены ракеты, поэтому я пришел их выселять. У него тут коптер был. О, то ради чего я его рейдил. Естественно, этот домик я тоже отдал своему другу. У них хватит ресурсов для пропитания? Вот что ты, блядь. Да вообще, надо да. Надо ему спальники поломать. Тут оружие есть какое-то. На следующий день я увидел то, что клан 90-х восстановили свой домик. Но какого-то сопротивления они больше нам не оказывали. У меня было время заняться своими делами. Расставить везде турели и построить наконец-то подводный лабиринт. Насчет турелей. Я придумал такую схему запитки, что ко мне просто никто бы не смог даже подплыть. А, я в этой, не знаю, авторизовывал? Не авторизовывал. Но работает хорошо. Извиняюсь. Сейчас, подожди, я оффну турель. Я забыл. Нормально. Ты же в шкафу, у тебя авторизоваться, я сам поавторизовывался. Сидят, короче, там у себя в доме, передают из бункера ресурсы. Ёб твою мать. Рабочая фигня, конечно. Блин, он разряжает мои турели, зачем? Нормально же общались. У вас там что, райский уголок, что ли, наверху? Временно, временно. В смысле временно? Ну, а потом застроим, застроим. Ну так, смотри, если по красоте сделать, турели поставить вокруг, да? Типов побайтить на рейд. Фиг кто зарейдит этот дом, потому что, ну, в воде невозможно это сделать. А потом я долго и нудно принялся отстраивать подводный лабиринт и продумывать каждую комнатку. Я хотел сделать разнообразные ловушки, а не просто раскидать по периметру гантрапы. Здесь были комнаты с обычными ловушками и ребусами, математическими загадками. И вы представить себе не можете, сколько раз мне пришлось умереть, потому что у меня просто кончался баллон. А еще, оказывается, под водой можно поставить камеры. Те, кто не знал, пользуйтесь, это действительно крутая темка. Короче говоря, в этом лабиринте находились различные комнаты и спрятанные магазины, в которых лежали ключи от следующих комнат. Игроку давалось всего лишь 600 секунд, чтобы полностью решить этот ребус. Призы были максимально разные. Но каждый победитель получал просто огромные горы ресурсов. В принципе, последний штрих. Нормально. Типа, смотри,
вот здесь будет типа подсказки, обманки, короче, там что-то есть. Он выглядывает и умирает. Не выглядывает. Потом идем дальше, смотри. Типа, вот здесь будут комнаты специальные, смотри, он попадает сюда, тут стрелочка наверх, да, и тут будет два выбора. Либо он просто возьмет ключ от комнаты, которую я тебе показывал, первую, да, которую будет ключ еще один. Либо он попадает если сюда, что, можешь стой, магазин не именно в воде расположить. Да-да-да, вот иди сюда. Либо он вот сюда попадает, можешь подниматься. И смотри сюда. Прикольно. А, ты авторизован. Прикольненько. Но мне кажется, очень мало людей пройдет. Ну, выглядит его, слушай, уже прикольнее выглядит. Он попадает сюда, и вот тут нужно, смотри, опять найди ключ, короче. Ему нужно найти будет ключ, смотри, вот я здесь. Я уже запутался. Здесь, смотри, кое-что есть. Оставались последние штрихи. Я раскидал везде ключики, оставил подсказки, и можно было запускать первых желающих пройти испытание. Руля двери 3278. Сейчас что-то будет, либо он угадает. Ой, да все, я так и знал. Я так... Не угадал. Блин, ну нафиг он сюда пошел, ну то это ж понятно, да, там, что обманка. Нет, там вообще все, я тебе говорю, там просто 70% людей там полягут. Ну в этом и прикол, то есть. Первый игрок не смог продержаться даже и 30 секунд. Время настало запустить второго. Все, я просто где-то сзади смотрю за твоими действиями. Офигенно, слышь, он реально плавает и смотрит на таблички, это топ. Да. История о грустных дайверах. Он думает, там гантрапы, слышишь, сюда реально можно было поставить. Побаивайтесь. О. Смотри, ключ от треугольника, короче. Слушай, он гений, он не пошел туда. Он что-то знает. Ключ от треугольника, смотри. Опа. Ну там лестница, там выход. Ну логично же. Все. Бедный пацан. Грустный тромбон ему. И второй тоже, к сожалению, до финиша не добрался. Он даже не прошел полпути. Ты готов? Как говоришь, готов, мы с тобой отправляемся в подводное плавание. Это новый участник, который еще не знает вообще, что это такое. Нормально, держится уверенно. Это гений, что ли? Слышь, он быстро догадывается вообще. А куда он поплыл? А там может это, у него выключена быть полоска. Чувак, он умер. Блин, я пропустил этот момент. Я не знаю, зачем он сюда поплыл. Он вроде все правильно делал, короче, и протупил. Там же кодовый замок видно. Самое классное в этом лабиринте было то, что игроки постоянно попадались на разные ловушки. О, вот это гений. Чувак, где он умер? Я что-то пропустил. Ты говорил то, что подозрительно выглядит вот эта табличка. Он пошел выход? Наверх, слышу. Да? Серьезно? Я должен был быть первым. Он потерял друга своего. Да. И даже не посмотрел на его труп. Представляешь, они не могут его пройти, а ты просто... Ну, мы это все придумывали. То есть... Каждую вот эту фигню с табличкой. Да я так и знал, что он туда попадется, Наконец-то в какой-то момент появился действительно умный и внимательный челик. У меня были на него большие ставки. Ну это самый офигенный участник, потому что он все досконально. Банда! Опа! Досконально изучил. Досконально некуда, да? Изучил. Это испытание долго никто не мог пройти, поэтому я даже позвал Серегу Рыпринцева и его друга Порки.
Да-да-да, я слышу. Пожалуйста. Везде что-то есть. Там найди что-то есть. Ключ. Не хочу. Не хочу. Там что-то есть, но я не хочу. Нахрен тут везде может быть гантрап, я тебе говорю. Найди код. Подожди, давай, везде ладно, наверх, налево. Что-то есть. Там не что-то есть. Я хорошо. О! Плюс баллон. Найс. Везде что-то есть. У меня мясо забрал. А, 3278. Ну, допустим, я услышал. 3278, окей. Ключ к одной из звезд. Я умираю за жажды. Взял два ключа, которые здесь есть. Это выход, да, я так полагаю? Сниму в голову, пожалуйста. Хорош. Я знал, что там такое. Я знал, что там что-то есть. Найдите меня. Звездочка. Так. А, здесь я не могу открыть, я понял. Все, у меня два ключа. Понятненько. Где-то в потолке подсказка. Я понял. Где-то в потолке, говорит он. А-а-а! Хорошо. Там нет никакого контрапа, случайно. Потому что знаем мы вас. Мы вас знаем. О, мачете! Хорошо. Так, я правильно понимаю, что мне нужно долбиться вот сюда? Это я дальше пошел. Погоди, сейчас. Здесь еще у нас есть, но там, скорее всего... Ах, муха! Ой, блин. Серега, нет! Такие ставки на тебя были. Блять! С первого раза они не прошли, поэтому я дал им еще одну попытку. Ну я могу вот сюда пробуриться, здесь же, видишь, нет этого самого. Ну да. Еще отойди. Отойди. Че так рано? Ключ здесь есть. Я здесь не от этой двери. Подожди, подожди. Нет, не от этой. По логике вещей. Да. Так, наверху что-то О2, кислород, но у нас еще 5. Кислород, О2, да. Ну там типа... пополнится, типа, можно. Не подпирай! 3×3 — 9, 4 в квадрате. D3 — 9, 4 в квадрате — это 8, и 9 минус 4 — 5. 4 в квадрате — это 8? Нет, 16, 4, да, 16. Получается 9, 16, 5. 9, 1, 6, 5. Готово. Выбей потолок с меткой. Оп, выплыли. Какие-то шмотки. Ладно, поздравляю, помахайте в камеру, вы прошли. Хоть они и не с первой попытки прошли, но я многим давал второй шанс. Блин, нет. Ну и наконец-то попался тот самый человек с этого сервера, который полностью прошел лабиринт. И впереди его ждал большой подарок. Ой-ой-ой, я выиграл. Срочно бинтики, бинтики, бинтики. На самом деле ты пока что первый, кто вообще пошел, как бы, ну... Хотя бы половину прошел. Не надо, не говори, сейчас другие будут проходить. Бери все, что тут есть, вон там шприц есть. Да-да-да, сейчас, ребят, сейчас следующий, так, будет, вот эта дверь тоже следующий будет раунд. Как-то раз я даже привел сюда команду из 5 дайверов, но открою вам секрет, ни один выжить из них не смог. Откройте вот эту дверь, откройте. Там контракт. Не, это выход. Это выход на спальник с этой локации.
Короче говоря, этот лабиринт был интересен тем, что это было нелинейное прохождение. То есть тебе нужно было возвращаться из комнаты в комнату. Например, ты нашел ключик, отправился в третью комнату. В третьей комнате ты нашел ключик от первой комнаты. И так далее. Но я уверен в том, что каждый участник получил незабываемые эмоции. Потом появился еще один победитель, и ему я отдал свой домик на воде. Так, смотри, все, что тут есть, это все твое. На замки, сразу ставь. Ну и конечно же, первого победителя я тоже не обделил. Ему я подарил свой старенький домик. Вот сразу ставь их, смотри, вот я иду, снимаю, а ты ставишь их сразу. Вот, на дверь эту ставь. Я, най. На эту дверь. Very cool. Хочешь полет устроить, ты, наверное, все равно летать не умеешь. Сейчас я тебе покажу мастер-класс. Готов? Да. Точно готов? Ну все, мы летим в космос. А в заключение я хотел бы напомнить вам, чтобы вы поставили лайк и написали комментик, потому что на этот ролик я потратил очень много сил и рассчитываю на вашу поддержку. А еще огромное спасибо Репринцеву, Михаэлю и всем участникам данного ролика. Ссылочки на всех ребят, с кем я играл, я оставлю в описании, передавайте им большой привет. Если вы хотите поучаствовать в масштабном видосе, переходите в мой телеграм, скоро там произойдет набор в топовую команду. И самое главное, ребят, не болейте. Всем пока!